Hey, okay, с вами Шмики, мы продолжаем проходить игру под названием Avalon 2. В прошлой серии мы поскочили с вами по крышам, мы походили по городу и собрали 5 ключей, оказалось, вот почему мы на самом деле с вами разрушители. Ну что, в принципе, я выпиваю водичку, мы отправляемся. Я только единственное, чего не понимаю, что нам искать, если у нас некуда идти. Типа... лес. Хотя есть вероятность того, что мы можем пойти с вами. Террористы, останови их. Некоторые говорят, что члены. Они в шахте. На нас напали демоны. Ты уверен, что хочешь это сделать? Ты видела, кем они стали? Демоны. Высшая раса. Как они могли быть рабами этих людишек? Они не заслуживают жизни. Ладно, я выполню твое пожелание. Думаю, стратегически развести в бомбы я смогу обрушить шахту. Но они все умрут, неужели именно этого ты же хочешь? Они больше не демоны. У нас гости. Я позабочусь о них, как пожелаешь. Если ты здесь, это значит, что моя сестра Вишня. Ты за это заплатишь. Это что, Бомбермен? Подожди. Серьезно? Ау. Да, это, ребят, отсылочка на Бобермена, и тут... О, они какие длинными становятся. Бомбочки тут какие становятся большими. Именно по длине. Так, ладно, там я уже не достану. Ау. 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 Смысл манать? Так она моменталки, да, кидает? Это плохо. Я не успеваю. Кто ты? Ты не один из этих слабых людишек. Я не умру здесь, я все еще должен помочь моему принцу удовлетворить его жажду мести. Уверена, мы скоро увидимся. Так, я уехал. Тара-та-та-тан. И что? Вы получили бомбу. Для завершения костюма путешественника осталось найти лишь бумеранг. Подожди, как мне бомбу использовать? Для завершения костюма путешественника осталось найти лишь бумеранг. Ну, давай, ладно, пойдемте за бумерангом. О! Да ладно, а что сразу нельзя было дать? А, вот это серьезно, ссылка идет на Мегамена.
Ну не на Мегамен, это на Бомбермен. Кайф. Прикольно. А, мне прочистить надо, я понял. Я понял. Так, так. Ау. Ау. Короче, один взрыв, это моменталка идет. Бомбы нехилы. Бомбы по длине тоже довольно большие стали. Поехали. Черт. А, значит, я не могу остановиться именно сам. А-а-а. По факту мне и убивать не всех надо. Так ведь? Ау. Так, нужна хпшка. На хпшка мне... В смысле она достала? Я думал, мне этот... преградил дорогу. Да ладно, заново? Да ну нахер, ребят. Это долго. Давайте я просто буду дорогу очищать от этих животных. Да и все. Я не вижу смысла с ними сражаться, типа... Сокровищ тоже никаких нету. Просто тогда проедем, да и все. Во-первых, я меньше времени на это потрачу. Блум. Угу, тут все-таки пройти можно. Блум. 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 Да ладно, они могут... Это кенгурухи, типа? Так, нужно будет еще к этим воротам пролезть. Жижа, жижа, жижа. Так, готово. Вверх, вверх, вверх. А, вот так только. Ладно.
Значит, мне сначала нужно на этой прокатиться, телеге. Потом выйти, изменить, потом поехать. Ох ты ж я. Так, подожди. А, то есть мне нужно именно такую цепь, чтобы я смог проехать. По-любому сюда, раз. Тут сюда нужно ворота убрать как-то. Хотя давай так попробуем. Подожди, а как мне тогда здесь? Угу, вот так вот. Поехали. Подожди, а если я сейчас вернусь и попытаюсь все-таки наверх? Наверху уж точно ничего типа нету. Там дорога есть, значит там что-то тоже есть. Поехали туда. А-а-а. Вот оно что. Тогда все объясняется. Тогда все нормально. Я думал, почему-то сначала нужно в центральные ворота, потому что, типа, они центральные, типа, на себя внимание обращают. Оказывается, нет. Ау. Это что, крипер из Майнкрафта? Лол. Серьезно? Прикол. Нет, это серьезно прикольно. Так, успел. Так, нужно сразу, мне кажется, уродцев убивать этих подзрывников. Хорошо. Скоро левел апнусь. Не, на самом деле это тяжко, но именно продумать, куда ставить бомбу, хотя... По факту я могу сделать так. По две бомбы ставить, да и все. Хм, ударил. Хорош. Молодец, ударил. Получилось, наверное, отмена, да? Крипер. Знаете, сколько здесь игр, аниме, все подряд. Фильмы. И не только. Зеленая жижка.
Карты искать я не буду, если что. Пары карты, ну, как-то сами. Это нужно каждого одолевать, забирать их карту. Типа покемоны всякие, знаете, это. Все такие вот такого типа игры. Хера там динамит. Куда мы хотя бы едем, хотя бы сейчас вниз, да? Значит, нужно от нижней делать. Так. Так. Так, так, так. Делаем так. Садимся. Сюда, вниз. Поехали. Вот там что-то здоровое дерется. Хорош. Найс. Ой-ой-ой, теперь они что, везде здесь будут? Так, нужно надпись прочесть. Что за надпись? ХПшку нужно сразу усмотреть. Да, level up. Level up. Защита плюс ХП. Зараза, ну нахера ты бежишь, когда я еще не прошел? Манать, классно. Чёртова шахта. Хорош. Потом сейчас он мне помог, да. Сейчас он мне помог, я не отрицаю. Хорош. Бац, бац, бац. Дальше не пройти, потому что здесь такая уже территория. ХПшка, ХПшка, ХПшка. А, я думал, меня зацепит. Я думал, манать. Берегитесь взрывающихся булыжников. Будьте осторожнее при передвижении динамита. А ну-ка, пробуем. Вау. Я понял. Чисто все выносит на своем пути. Это не маленький динамитик.
А ну-ка, ты полностью все взрываешь? А, нет, ребят, тут все-таки есть ограничения. Ладно, поехали по верху. Закончим эту пещеру, закончим серию. Так, и нормально то, что я туда сейчас динамит поставил. Может, сюда тоже поставить динамит? Давайте посмотрим. А, здесь сейф, и здесь идет дорога дальше. Значит, да, мне нужно еще по низу тоже проложить взрывчатку. Ну, хотя здесь, да, можно все сделать, да, по-красивому. Мешать, чуваки. Значит, это типа взрывающаяся сама еще по себе рода. Да, это еще сама по себе взрывающаяся руда. Жижа. Ориконовая руда. Нет, ребят, это хорошая. Так, теперь у меня их три. Я, по идее, могу сделать себе броню. Потом я сделаю себе этот пояс. И последнее, что там остается у меня. Сейчас, а что у меня вообще там? Ну, меч у меня есть. А, у меня есть, вон, лодка, видите? Есть передвижение. Так, давайте изучаем, что здесь у нас. Ну, я понял, что я на этом я далеко не уеду. Поехали по этой сначала. Но на кротах, смотрите, можно нафармить себе довольно много опыта. А, мне их нужно было убить. Ну ладно. Я получаю рельсы. Это что, недостающая рельса? Отлично, теперь вы можете продолжить мирную поездку на вагончике. На вагонетке. Это что, типа, крестики-нобики? No go. А, нет. Ну, похоже, знаете, типа, для крестиков-ноликов. Поле. Хотя любая решетка похожа на поле. Если так подумать. Было бы прикольно, если бы я сейчас нашел этот, как он называется... Зачем здесь? Если бы я нашел Индиана Джонса, хлыст или шляпу, было бы идеально. Я не понял для чего. Но это легко, сюда просто встать. Мне нужно встать так, чтобы не сдохнуть от взрыва. А, ну туда только. Манать. Вау. А хотя, кто мне мешает поставить... И все. Я на самом деле хотел уехать, но вы поняли, что мне не удалось уехать. Но это все равно, видите, оно забаговалось и типа сработало так, что оно не взорвалось. Ха. Ха-ха.
Неожиданно, не правда ли? Так, я рельсы там переделал. А, я ж умер. Магнитка точно просралась. Ладно, пойдем на этой. Вижу сундук. Пойти, я ведь это тоже не знаю, с какого. Ой, сейчас могу меня достать. Ау. Ау, 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 ау. Хорошо. О, левел ап. Отлично. Плюс рельса. И сейчас мы возьмем на рельс. Блин, нужно сначала будет доехать туда. Ладно, поехали. Мне интересен сундук. Так, ну по идее мы уже сделали то, что нужно. Но я сейчас сохранюсь и покажу, что я хочу еще сделать. Во-первых, мы нажимаем рычаг. Едем. Вот, мы здесь сейчас проезжаем. Я встаю. Нажимаю рычаг. Он повернул в другую сторону теперь. Мы едем теперь в другую сторону. Вот, мы доехали до сундука. Здесь у нас звезда. Еще одна руда. Вообще отлично. И... вообще шикос. Так, ну у нас все получается. Мы ставим рельсы. И едем. Супербомба. Что лучше бомбы? Куча бомб. Вау. Вау. Поясните. Тихо-тихо-тихо, беги! Я понял, в чем здесь сложность возникает теперь. Да, куча бомб. Мне ж того количества не хватало. Мне ж того количества не хватало. Ладно. Недостающий рельс. Я не знаю, для чего, для каких рельс они не подходят, но... Ладно, пособираю все, что валяется. Не зря же тут деньги, так ведь и опыт. Ау.
Давайте я грохну его. Ну блин, это тяжело, видите, тут нужно так понять, куда оно будет падать и как оно будет падать. Ну хорошо то, что я довольно быстро сейчас сапаюсь. Да, нужно заканчивать уже серию, я согласен, но мне нужно это играть. А вот куда не хватает, я понял. Ага. Ладно. Стоп, по открытию никак, да? А ну-ка. Потому что там сундук. Может, я мега-бомбу какую-то получу. Ну ладно, не хочет, как хочет. Наверное, мне нужно искать какие-то другие виды бомб. Бах. 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 Да, ну теперь как бы и легче с одной стороны ломается все, но в тот же момент и ты думаешь. А, стой, это ж я в начало приехал, всё. Оно еще плюс не ломается. Так, вы последовали за мной. Чего вы надеялись добиться? А вы что, именно вы задумали? Подожди. А вы что именно задумали? А чё, блядь? Ха, кем вы меня считаете? Одним из злодеев, который устраивает монолог и рассказывает свой план героям? Ну, у вас на самом деле нет плана, верно? Ну, конечно, у нас есть план. Но я не собираюсь его вам рассказывать. В подобной ситуации герой всегда узнает достаточно, чтобы поспешить злодеям. Не знаю, как ты, Шимкин, но а я считаю, что он блефует. У них на самом деле нет плана. Я согласен. Говорю же, у нас есть план. Ну ладно, я расскажу вам совсем чуть-чуть. Внимательно слушаем. И постарайся быть убедительной, если мы... Так... Да, подумаем, что это не настоящий план. Уж я постараюсь. Итак, мы планируем собрать энергию Маджи. Достаточно, чтобы попасть в лабораторию профессора Гира. Самого профессора Гира? Того, который жил, когда Импера еще правил землями? Того, кто предположительно раскрыл секрет Маджи? Построил орудие неизмеримой силы? Вы уже знаете слишком много. Чересчур много. Я не расскажу больше ни слова и думаю, что я вас заткну. Видимо, у них все-таки есть план. И он очень-то и хороший. Да, он очень хороший, согласен. А как мне? Ах, черт! Не, с моими бомбами теперь вообще нелегко, ребята. Да ёлки! Может, мне туда просто этот динамит притащить? Да все. Не, на самом деле это сложно, слышите? Если первая фаза была более-менее... А, ну ладно. А чё у него так хп много? Мана, не понимаю.
Ну, блин, на самом деле здесь тоже ничего такого тяжелого нету. Это просто то, что я умираю быстрее, чем он умрет. Понимаете, вот в чем проблема. Но как? А что мне нужно было делать? Это не так уж просто, знаете. Плюс мне нужно врубиться, как это сделать. Это тебе не просто так, что взял, ну и все. Я понял, что мне нужно по кругу бегать и кидать горизонтально. Вот так вот. Ой, вот двойным за... Ай-яй-яй. Ага. Эй, это мои бомбы. А я гадала, где же их оставила? Верни их. Так. Запер... Как наивно. Мне на самом деле лучше без бомб. Потому что... Ай-яй-яй-яй. Ладно. Может, нужно было не давать. Хотя, мне кажется, было бы немного сложнее. Вот именно, что у него щит. То, что у него щит, вот это было бы сложнее. Ну, примерно мы поняли, да, как одолеть ее. Жалко, что не со второй фазы. Ау. Забирай. Ай-яй-яй, я понял. Манать, а это не так уж и легко, знаете? А вот здесь я вообще не мог бы это сделать никак. Манать. Сложно. Давайте попробуем нет сказать. Ну, попробую я, посмотрим, что будет. Если она будет просто продолжать дальше прыгать, то ладно. Типа, мне же, может, лучше будет. У меня же от бомб хуже. Все, я сам уже сдох. Понимаете, я чисто сам вздыхаю от бомб. И я не просто вздыхаю, я жестко от них вздыхаю. Это очень плохо, на самом деле. Это очень плохо. Это, наверное, первый враг, который довольно сильный. И на по своей механике. Откажу ей на этот раз.
Думаешь, у тебя есть выбор? Серьезно? А че я туплю? Да боже, она меня просто цепляет и убивает этим. Ладно, она сама себя убивает. Черт. Ай. Фух. Фу-ху-ху-ху. Пронесло. Ты действительно силен. Теперь я понимаю, как ты смог победить Вишню. И я тоже понимаю, чего она хотела в момент смерти. Ее последние слова. Вишня хотела остановить вашего босса и помешать ему устроить великую катастрофу. Да? Мы должны быть Так. Мы должны были остановить его с самого начала. Предотвратить его безумие. Заставить отказаться от мести, который лишь возобновит цикл насилия. Но кто мы такие, чтобы принимать подобные решения? Наш долг — подчиняться ему. Я не считаю, что кто-либо должен следовать приказам. Мы все обладаем свободой выбора, зачем позволять кому-то решать за тебя? Не этому меня учили. Возможно, если бы я был сильнее, но ты достаточно силен, чтобы остановить его. Просто обещай не навредить ему. Он столько страдал за эти годы. Мы остановим его с твоей помощью. Слишком поздно. Мне жаль, что я не могу помочь вам. Всем стоять! Отряд снова. Эй, куда они делись? Они сзади. Снова засада. В этот раз не уйдете. Мы поймаем их, потому что мы... Специальные войска Империи. Сдавайтесь, вы окружены. Ну, технически мы их окружили. Если захотят, они могут улизнуть, убежав направо. Не подкидывай им идеи. Тихо! Это протокол ареста, мы должны информатировать преступника, что они окружены. Итак, как я уже говорил... Сдавайтесь, вы окружены! Мне кажется, или они пошевелились? Кажется, да, но не уверен. Шеф, но разве вы не сказали никому не шевелиться? Шеф, они и пропали. Как это возможно? Мы же только на секунду отвернулись. Идем за ними. У них важная миссия. Я не могу позволить вам остановить их. Слива. Она пожертвовала собой ради нас. Как отважно с ее стороны. А теперь оставим этого парня. Пошли в лабораторию профессора Гира. Меня всегда интересовало, возможно ли попасть внутрь. Ну что, в принципе, у нас все, бомб нету, мы туда попасть не можем, раскопать ее тоже не можем, и поэтому как-то так. Давайте сохранюсь, попытаю ударить, не, она не взорвется. И, в принципе, мы отправляемся наружу. Подождите, а что мне вообще теперь есть из... предметов? Руды 4, окей. Мана, мы можем принести ману ей. Или кому-то. Ну, временного этого у нас с вами нет. А куда идти? Не написано, да?
Ну что, давайте, я думаю, тогда мы с вами на этом закончим. Зайдем в город и закончим. Поэтому всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и всем пока.